цирк глазами Марселя Марсо. Мы репетировали. Вот. Но почти месяц репетиция была, готовились. Представляете, месяц с мастером репетировать все, там пантомимы, все это вместе. Вот. А ему нравилось, он же классический, а я такой бытовой. Ему нравился этот контраст. И он знал, что будет успех. Во всем мире это будет сенсация. И вот день съемки, первый день на Красной площади. И вдруг проехала машина, увидела клоунов, меня, его. Короче, фильм запретили. Сказали, кощунство. Это был 75-й год, представляете? Кощунство. Клоуны вышли на Красную площадь. Кто разрешил? А у них все разрешения. Там Госкино, там сценарий утвержден, все расписано по кадрам. Там, ну, это такие деньги истрачены. Запретить. И фильм запретили. И он уехал, расстроенный.